трех букв ситуация абсолютно. Ситуация абсолютно другая. ООО слабее, чем ЭОО, которая сильнее, чем ООР, которая сильнее, чем ОРО. Дальше у нас идет стрелочка сюда, здесь ОРР, сюда идет стрелочка РРО, сюда идет стрелочка и сюда идет стрелочка РОР. Еще чуть-чуть РРР. Если я беру любую точку, то для нее найдется более сильная. То есть ООО выбивается РО. РОО выбивается РРО. РРО выбивается ООР. ООР выбивается ООР. Для любой точки из-за существования вот этого цикла, для любой точки найдется более сильное слово. Ну, программа минимум знать над каждой стрелочкой, в сколько раз сильнее. Некоторые стрелочки на этой картинке, на самом деле, абсолютно понятны. Например, вот это вот ООО мы с вами знаем, во сколько раз слабее, чем РОО. Я уже объяснял. Если вы играете, то сначала могли выпасть три буквы. Это происходит с вероятностью 1/8. Но если внутри у вас когда-нибудь выпали ООО, это значит, что до этого где-то была буква R, и значит, вы ее уже вот это. То есть в 7 раз. Вот эта стрелочка, она очень мощная. В 7 раз выгоднее загадать РОО, чем ООО. Точно так же здесь в 7 раз выгоднее. Вот. А если совершенно случайно орел и решка будут просто постоянно передаваться? Смотрите, мы же занимаемся сейчас теорией вероятности. То есть, если представить, что это там происходит на выборах там, президента Российской Федерации, запросто. Если представить, что это происходит в фильме «Звездные войны», там джедай ходит, и у него кубик все время там, выпадает в нужную сторону, это запросто. А вот в реальном мире этого не бывает. Не бывает, чтобы у вас все время последовательность падала орел, решка, орел, решка, орел, решка. Точно так же, как не бывает, что все молекулы, которые вот есть в этой комнате воздуха, взяли и удрали отсюда. То есть мы считаем, что мы занимаемся если вероятностью. Кто-то точно проиграл, то обязательно будет ситуация, когда проиграл. Мы занимаемся вероятностью. У нас не может быть так, что какая-то последовательность никогда не будет появляться. Кстати, эту задачу мы сегодня обязательно будем решать. Представьте себе, что у нас даже не орлы и решки, а скажем, каждый раз мы пишем любую букву. Представили? Замечательно. Пишем любую букву или цифру, вообще любой знак, который можно набрать на клавиатуре компьютера. Да? Все, что можно набрать. Отлично. И делаю это долго. Скажите, пожалуйста, с какой вероятностью рано или поздно получится фраза «Малый Мехмат, лучшее место на свете, восклицательный знак, 2018 год»? 100%. С вероятностью 100%, конечно. Другое дело, что этого придется ждать долго. Но рано или поздно эта фраза, как, впрочем, и все остальные фразы тоже, рано или поздно будут в сколь угодно длинной цепочке с вероятностью 1 встретится любая последовательность. Если вы берете последовательность, там, загадываете РОО, то в достаточно длинной последовательности она встретится. Не в том смысле, что обязательно встретится, а в том смысле, что вероятность того, что она встретится, при увеличении длины последовательности стремится к единице. Понятно? Вообще, событие вероятность равна нулю, в теории вероятности просто считается неинтересным, так сказать, несуществующим. Вот вероятность маленькая, это пожалуйста, 1 миллиардная, замечательно.
это может быть очень интересно, потому что, скажем, если на свете там, несколько миллиардов человек, то одна миллиардная, это значит, что у кого-то здесь случилось. Да? Вероятность быть президентом Соединенных Штатов меньше, чем одна миллиардная для произвольного человека на Земле. Однако вы верите, что президент Соединенных Штатов существует. Правда? Вполне себе событие. Если вероятность 1 миллиардная этих бактерий, то их намного больше, чем миллиард. Так это вообще такая величина огромная, что вам скажут, что это вообще что-то такое безумно большое. Но тем не менее, если вероятность 0, значит 0. Понятно?